Продолжаем. За последние годы аналитики отмечают существенный рост интереса людей к крупным инвестиционным проектам вместо обычных депозитов. Прежде всего, это связывают с низкой доходностью банковских вкладов, которая продолжает снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка. Эффективные стратегии инвестирования и долгосрочные тренды обсудят на семинаре известного инвестиционного стратега Максима Шейна. Он выступит в отеле «Шаратон Уфа» уже 20 февраля. Вход бесплатный. Поскольку таких доходностей уже нет, и более того, ожидается, что доходности будут снижаться, конечно, люди ищут что-то другое и пытаются как-то свой вот кругозор инвестиционный расширить. И, конечно, самый главный тренд – это популяризация, рост популярности инвестиционных продуктов. Потому что 2014 год, 2015 – это депозиты плюс валютный рынок очень активный. Потом рубль стабилизировал свои колебания против доллара. И вот сейчас все больше и больше сама стабилизация, снижение индекса потребительских цен. Все это ведет к тому, что люди присматриваются и все больше покупают именно инвестиционные продукты уже сроком на год, на два и даже на три. Также на семинаре обсудят новые долгосрочные тренды в глобальной экономике и адаптацию рынков капитала в новой геополитической ситуации. У всех участников будет возможность задать вопрос эксперту. Максим Шейн, инвестиционный стратег финансовой группы БКС, лауреат национального конкурса «Элита фондового рынка» в номинации «Лучший аналитик года». Организатор компании БКС «Премьер» в Уфе, телеканал РБК Уфа, выступает информационным партнером события.